настроение отлично, погода супер, Испания, тепло, поляна очень хорошая, готова тренироваться. Ничего, просто чуть размялись, чуть с мячишкой подвигались. И чтоб ножки чуть в тонус пришли, и так все нормально. Ну, у нас не интенсивная была тренировка, больше втягивающая, чтобы повеселились, поиграли, размялись, подготовились к завтрашнему дню. Знаете, не знаю, просто выкладываться на 100%, что только так могу вам сказать. Боевой настрой, готовы прям полностью отдаться этим сборам и полноценно подойти к чемпионату второй половине.